Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Ионесий, 16 июня 2016 года, четверг. Продолжаю видеообзор по волнам Эллиота ценовых данных на рынке валют Форекс. Итак, основная валютная пара все-таки намерилась идти вниз, то есть после вот такой коррекции в виде плоской, что ли. Давайте будем так пока размечать. То есть уже есть какое-то вот движение вниз, какая-то у меня продажа закрылась здесь, но сейчас я вне рынка, просто открыл отложку на продажу с целью 1.11. То есть есть отложка на покупку, но она далеко. В принципе, я ожидаю движения вниз вот до озвученного уровня. По фунта-доллару ситуация немножко другая, тут, скорее всего, коррекция еще не закончилась, в виде четвертой волны тут только А, Б и будет еще С, скорее всего, но коррекция будет как минимум до уровня 1.42.5, после этого буду искать входы в продажу. По австралийцу также цена начала двигаться вниз, тут я имел немножко другую разметочку, сейчас вот убираю последние ее следы. Итак, тоже двигаемся вниз. Сейчас вне рынка, отложка на продажу с целью 0.73, 0.72.7, 0.72.5 примерно. По новозеландцу также движемся вниз. Альтернативный вариант еще присутствует. Возможно, еще обновление максимума. В принципе, пока вот оставляю вот такую разметочку, но отложка на продажу только стоит с целью 0.69.5 для начала, а потом и 0.69. По японской иене ситуация интересная. Мы резко двинулись на юг ночью после релиза, после комментариев монетарных властей. Ну, сейчас я вне рынка также, то есть либо пойдем вверх на отработку четвертой волны с текущей, либо мы еще сделаем вниз, потому что у нас раз, два, три, четыре, пятая будет вниз, а потом уже вверх. Нужно будет здесь просто понаблюдать. По канадцу движемся строго на север, пока вот у нас удлиняется пятая волна, вот эта пятая волна в составе более крупной трети. Ну, примерно третья вот будет вот здесь. Итак, ожидаю взятия уровня 1.38 для начала, а потом и 1.31, 1.31.3. По франку также двигаемся на север. У нас закончилась как бы коррекция вот такая. И тут у нас А, Б и С вот приняло вид импульса интересного такого. Ожидаю взятия уровня 0.97 для начала. По фунту франку вне рынка буду искать только входа на продажу, либо четвертая волна закончилась, из текущих мы пойдем вниз, давайте вот продвигаю sell stop выше, либо мы еще пойдем вверх вот до этой границы, то есть до границы, которая проходит через окончание волны 2. И у меня здесь стоит sell limit. В случае только входа на продажу. По фунта иене также ситуация двоякая, либо мы пойдем с текущих вверх на отработку четвертой волны, либо мы еще вниз пойдем, потому что у нас раз, два, три, четыре, должна быть еще пятая волна до уровня 146, только потом уже начнем корректироваться. По еврофунту вне рынка отложка на продажу на уровне 0.79 с целью 0.78.5. По евро к австралийцу вне рынка полностью пока не знаю, что сказать, очень сложная разметка, просто буду ожидать ее прояснения, точка. По евро к канадцу, скорее всего, что мы будем двигаться вверх, либо это 1-2 вот одного порядка, 1-2, потом 3-4 одного и того же порядка, либо, как я уже здесь разметил, 1-2 старшего порядка, потом 1-2 среднего порядка. В любом случае, ожидаю движения на север до уровня 1.46.5 и уровня 1.47. Евро-франк ожидает движения вверх. Думаю, что коррекция закончилась. В виде второй волны зашел в покупки. Ожидаю взятия уровня 1.08.5. Евро-иена ожидает движения вниз. Иена будет еще укрепляться. Еще как бы доносится эхо ночного релиза и комментария Банка Японии. Поэтому думаю, что пойдем еще вниз до уровня минимум 116. Также и по австралийцу к японской иене перевожу уже продажу на безубыток. Ожидаю взятия уровня 0, то есть не 0, а 76.
по австралийцу к канадцу ожидает движение вверх в рамках отработки вот четвертой волны этого порядка. И, прошу прощения, четвертая закончилась, пятая волна ожидает взять уровни 0.96 как минимум. По австралийцу к новозеландцу ожидает движение вверх, но пока буду вне рынка. Тут может быть 1.2, а может быть что-то еще, поэтому буду вне рынка до прояснения волновой картины здесь. По франко-иене ожидает движение вниз, как и по всем иенам. Для начала уровень 107.5, а потом и уровень 107. Дамы и господа, на этом у меня все. Желаю вам попутного тренда, жирных профитов, тощих лосей. До встречи в эфире завтра в эфире. Пока.